Здравствуйте, меня зовут Петрив Яна, и я тренер международной онлайн-школы Евгений Баглык по фейсбилдингу. Хочу поделиться с вами упражнением, которое поможет вам избавиться от горизонтального залома в зоне межбровья. Мы будем прорабатывать мышцу гордеца. Перед тем, как делать само упражнение, я вам покажу движение. Выполняем вот такое вот движение. Сводим бровки к переносице. Внутренние уголочки бровей сводим сюда к переносице. Такое грозное личико делаем. Не боимся залома, который здесь образуется. Мы будем сейчас все фиксировать, и у нас никакого вреда ни в коем случае не будет на личике. При правильном выполнении упражнения, конечно же. Теперь сама фиксация. Будем выстраивать пальчики. Таким образом, средний безымянный мизинчик будем ложить под бровку. Начиная от внутреннего уголочка брови и заканчивая средним безымянным мизинчик вместе. Пальцы ни в коем случае без промежутков, а все пальчики, три пальчика вместе. Выстроили. И рядом же здесь, также без всяких промежутков, вот так и вот такого плана или вот такого, мы выстраиваем указательный. Просто слегка выше. Такая вот коронка вверху у нас получается из указательных пальчиков. И делаем это движение. Вот таким образом у нас получается. Не позволяем пальчикам опускаться вот так вот. Ни в коем случае. Мы ориентируемся на пульсацию в зоне на переносице. Но пальцы у нас не опускаются вот так вот. Еще очень важно, обратите внимание, чтобы у вас не подключалась зона возле носа, вокруг носа. Вот такого, чтобы... Ни в коем случае не было. Носогубная зона должна быть полностью расслаблена. Все ощущение мы ловим вот здесь, вот на переносице. Если у вас сначала получается, но только подключается зона носогубная возле носика, вы видите какое-то движение, значит, я вам посоветую или уменьшить амплитуду самого движения, то есть медленно, продуманно делать, прислушаться к ощущениям, которые вы ловите. И также еще визуальный контроль, конечно, очень полезен. То есть смотрите в зеркало и контролируйте. Я надеюсь, вам это упражнение поможет. Вы поняли, как его выполнять. Если будут какие-то вопросы, можете спрашивать, я обязательно отвечу. Хороших и, главное, продуктивных вам тренировок. До новых встреч, до свидания.